User disconnected from your channel. Есть цепочку, кого дернуть, дебила? В Хазире война, это будет битва за Хонор. За ними погоня, говорят, за корсарами. Они в поместье. Обратно в поместье. Ну и, наверное, там рейд, воюют. И не верите, что... Давайте за мной. Хил, резник. Я и так вот стою тут резкую, блядь, на краю. Спасибо. Пешака не лез, хотя я не смог бы даже. А где ГМ? Где звезда? Я же сказал, за мной. Сейчас, сейчас. Метка стоит, в принципе, в поместье. Не растягивайтесь. Вон там сзади, короче, на этих на лошадях уже бегут. Да. И там один наш остался. Ой, да там не только на лошадях. Ну растянулись, все, до свидания. Мы их от слизней спасали, да? А вот. Агони, ты бы взял этого парня на борт? Он очень медленно бежит. User disconnected from your channel. Че, мы идем в Хазиру, нет? Они вон в кустах всегда статуи ноют. Да пусть они там стоят. Они уже убили. В кустиках за домом там эти пидры прячутся. Гинза, ты же можешь два портала открыть? Все, один, потом другой. 30. У меня один камень, у нас еще есть, думаю, кто-то. Ну давай кидай трейд. По очереди тогда всех затолкаем туда. Только предупредите, что сейчас вот откроется портал. Конечно. Выкинуло. Сейчас чувствую, при заходе большинство выкинет. Это вообще нормально, что игра просто так закрывается? Это что, типа комп не тянет или как? Нет, это сегодня просто тоже так выкидывает. Было впервые. Комп бывает, это вообще все. Да, да, выкидывает или дыбом. У меня вот комп хороший, а я делаю сегодня ТП, и меня просто раз и все. Обновите клиенту, кого выкидывают. Часто выкидывает, это можешь хоть заобновиться клиенту. Он у тебя через два дня опять будет то же самое. Соберитесь около меня. Сейчас буду открывать. Андрей, я жду еще. Я про то, чтобы потом не было ничего такого.
вся гильдия, Динда, ты сказал Винеру о том, что будут порталы, есть и будут ли они туда лететь? Ну вон в чате. Сейчас все полетим туда, они тоже будут открывать. Мы летим через свои порталы. Я сейчас накидаю, кто не успеет, буду дальше закидывать. Ребят, стойте, сюда идут эти самые, престижи идут. Мне только что дружбан написал. Что они сейчас всей гильдой сюда идут. Ну это минут 20, пока они соберутся, пока они откроют сюда портал. Мы можем идти в Хазиру и там бить котеек, они туда придут. И там насиловать. Престижи собираются быстрее, чем все наши. Вот, сейчас там он мне пишет, это вы там типа фигачите всех? Я говорю, тут говорю много кто. Он говорит, мы уже идем, хе-хе, типа, ждите. Перейдитесь, поехали в Хазиру, они не шевельнутся сюда. Поехали в Хазиру. Давайте подождем, раз уже идут. 150 человек. Престижи собираются быстрее. А портал откроется еще быстрее. Они там собираются, а мы им на голову бабах. Да. Вы хотите их загонять, чтобы они на камнях разорвились тоже? Да там все равно война идет, пока здесь начнется. Можно потом локации просто поменять, да и все. За Хонором заодно побегать. Заняться на камнях и довольствие. Мы просадим их по экономике, да? Ну хуёво, он, блин, заместит. Да место на самом деле хорошее, вот именно что тактически. Смотри, узкий проход справа и узкий проход слева. Тактически нас могут бить, отжать назад, сзади утес. Заход по прямой, что слева, что справа. На конях они повалят практически всех. Справа, кто едет. Да. Нам отходить некуда, если нас подожмут. У них здесь рез. Тактически невыгодно стоим. Очень невыгодно. Наоборот. Сходим. Вот они. Где? Престиж. У этой усли появляются. У Ноя. Разве нет? Ну не знаю, как они тут появятся всей толпой. Ну не толпа, но двух человек с престижа я точно видел. Мы уже все в одном рейде, да? Здесь да, более-менее да. Есть река, можно будет за нее прыгнуть. Что затруднит перемещение, если нас будут жать. Только они тебя одной стрелой вниз отправят, ты получишь урон только один. Какой одной стрелой? Там как бы нас много и есть блинк. Есть шаг за спину. Тут тем более наш рез вроде будет. Бить там еще отстал. Может пойдем разлом закрывать? Ой, а что это слева? И какие кровавые. Давайте, вон мобы. Стоим пока, не трогайте мобов, полежите сразу. Если вы ни разу не делали, лучше без установки тактики этого не делать, потому что за агрев одного летят 30 мобов. Просто вон там сколько. О, один пошел. 40, это хуёво на самом деле, нас здесь поджать могут поднять. Черный котяра тут к ним подходит.
Ну вот есть отступление за реку, можно и принять. Почему нет? И куда все толпой ринулись? За мной идем, идем. Гинза, а чё ты пешкарём-то? У меня сдох один. Оба. Может быть, кто-нибудь знает, где дом у престижей? Свалиться к ним в дом? Калит стучает. Со стримом 30 FPS. Все ко мне. Я не знаю, куда корсары сейчас бегут. Яйца с языком. Еще и огненные. Коты же любят лизать. Зловещее яйцо, ебаный стыд. А чё мы по кругу бегаем? Что происходит? Ждем пока престижа. Каким-то образом поймут, что мы переместились именно сюда. Да-да-да. Я вообще не понимаю, что происходит. Звонить. Фармить. Все, что есть в Хазире. В Хазире есть хай-левельные коты без надписи Prestige Gaming. Там есть доблесть и не просто хождение по кругу. Да-да-да. Вот в чем разница. И нас от этого отделяет открытие нескольких телепортов. А мы ждем, что телекинезом Prestige Gaming узнают, что мы отправились именно в этот населенный пункт из того места, где нас видели. А зачем, кстати, несколько, что один телепорт рассчитан на определенное количество людей? Он просто несколько секунд стоит. Там, 30... если все разом прыгнуть, успеешь? По-моему, 30 секунд стоит, 42 человека успеют на него прыгнуть. Я друганул пешору, вы пока соберетесь, говорю, уже все разбегутся, говорит, не бойся, говорит, мы уже почти там. Там это где? Ну, вон где мы находимся. Локация, это, видишь? А где мы находимся? Клеим инфу. А мы стоим где-то здесь. Где корсар? Видит кто? Да они куда-то вообще ускакали в жопу полную. Вот с нами один тут скачет. У нас воодушевление, кстати, нету в рейде? А тут разломчик открылся вроде бы. Да, открылся. О, мешочек мой. Опять делим мешок на 30 человек. Коль уж мы прям под разломом, может разлом пофармим? Нет. Там одного с нас. 30 мобов на тебя бросить. Там обычные мобы, даже не элитки. Это потом, которые поползут. Волна вообще хуйня. Вот вторая, когда по 76к. Элита, и они, ну, призывают по 14 мобов, копейщиков или лучников, это уже сложнее. А третью волну вообще нереально убить. Там два друга по 550к хп. Они стреляют пушками, ну, примерно на 100-120 метров. Читайте чат. Надо было сразу же другу-то и сказать еще, когда из куба выплывали, что мы вот сюда-то придем.
Как бы хоть ждать не пришлось, это вери не очень утомляет уже. Мы понимаем, что у тебя огород стынет. Да мне не на огород пофигу, я хочу сделать ТС, я хочу допилить форум, я хочу еще и сегодня покачаться, хотя бы 35-й взять. На огороде, сейчас вообще, на огороде сейчас вообще ничего не засажено. Вон там чуваки стоят сзади. Почему на огороде ничего не засажено? У меня денег нет, было засаживать. Тебя ударить. Там походу черный кот отхватывает. А вот и престижи. Первый 50-й пошел. Вон корсары уже валят сюда. Все, мы спалились. Чё я тебе могу сказать, Гуин, сейчас ты окажешься. А кто это там пытался? Пиздец там. Всё, идут там старые. Лошары. Сзади! Бог так же. Я как они бегают быстро, а? Все, вон. А вон старый престиж внизу, чему мы не спускаемся? Все, идем. Пешится. У нас кто-то внизу вязался. Подключаемся. Спускаемся. Ловите, чтоб не ушли. Половиним армию. Ребят, цепочками оттягивайте от их толпы. Ох, как меня вытянули вообще. Рядом с вами там стоял, меня аж на гору вытянули. К звездочке жмитесь. Ух, ебать, как меня расколошматило. Да, терпим. Ребят, к звезде, не рассыпайтесь. Да чё не рассыпайтесь тут, блядь, хуй знам где все, блядь. Ну всё, вот они... Ты ж пиздец. Всё. До свидания, вот блядь. Вам и фан на час развлечения. Ага. На час или на 3 минуты? Вот именно к этому всё и шло. Я вообще не понимаю всего экшена. Кто мне говорил, что я ещё 1.5 часа ныл? Получи сюрприз, счастья. Да надо было не на глайдерах и не десантироваться, а просто подождать, пока сами подойдут, и всё. Чё, всё, вас разложили? Понравилось? Самое глупое, что можно было придумать, лететь на глайдерах, когда лучники такой, блядь, со стойки могут дамаг пилить каждому. И все просто посыпались сразу же, моментально. Что самое интересное, это не престиж, а позор. Ну ладно, это хуй с ним. Как бы мы вообще ничего не получаем в этой стычке. Красара тоже все помнят. Тут один стоит, вон. Да, тут до хера. Какой-то. А престиж бегут к Нуи. Гуинза, я к тебе на суд иду. А у нас он еще и в тюрьме сидит. АОЕшки на них. Мы реально сейчас без всякой организации так вот сейчас будем зергать от Нуи по очереди. Ух, нихера меня куда унесло. Если да, я просто сейчас уйду. Ну серьезно, без шуток. Ну у нас, блин, и офицеры хер знамо где, и ГМ сидит. Офицеров не знаю где, КМ сидит. Огонь не тут вообще? Да. Командуй. А чё командовать? А откатиться надо по одной и ближе к месту. Чё тут командовать? Престижи в 2 раза больше, чем и нас, и корсаров, и они все полтинники практически. Ну пока живы, надо же не божиться, блядь, чё стоять? Вот там 24-й, чё-то полтинник. А чё мы сейчас ебошимся? Учимся грибать пиздюлей правильно. Сейчас война начнётся из-за Хонора.
Вот давайте, может, хоть 5 минут постоим, поотдыхаем, нет? Откатимся, там все по КД, все вместе соберемся. Откатывайтесь по одной под нашу. Сейчас каждый раз в разные нуи кидает. Аллилуйя. Я тоже, кстати, к другой нуи бросил вообще на другой стороне. Как? User disconnected from your channel. У нас ауешеров нет вообще нихуя. Почему я один? Заебись, один на 40 человек. Все, меня оправдали, корсары. Фига вас разбросало. По полкарты разница. Ну вот, Гуинсу, ну что скажешь, портоваться обратно на континент? Че, там вообще все плохо, да? Тут корсаров максимум человек 10. Ну да. Черных котов здесь где-то 40-30. Да где тут черных котов, блядь? Их тут нет, они вон под ну и стоят, блядь, пятером и все. Да. Короче, они все рассосались. Поняли, что это пиздец. Что-то у нас к разным, ну и все. Виннер ничего в чате не пишет. Он вообще-то орёт. Он спрашивает, где мы все? Нас тут, блядь, 50 пишет, человек жмёт. Просто 50 человек на респе. Что-то больно быстро мы как-то откатываемся. Prestige Gaming занимаются гильдией тем, что качаются на 50 уровень и одеваются. А мы доказываем своему континенту, что мы чего-то стоим. А потом в стычках двух континентов мы, естественно, отсасываем. Потому что им похуй на гильдию Корсары, ну или с другим названием, которое у них на континенте. Они просто качаются и одеваются, чтобы нагибать. Хорошо сказал. А мы морковку растим. Да, Шаркатив сказал. Они тоже морковку растят, но свое время гильдии они проводят вместе на PvP-локациях, банятся, проходят квесты, качаются, а мы ходим за гильдией Корсары, которых вот я даже не знаю, может 14 лет мальчику. Господи, да один раз сегодня собрались, блять, ну всем не понравится, никто больше собираться не будет. Забейте вы на эту... несчастный драйвер. У нас поливало много народу уже. ГМ, что говоришь? Просто если мы так собираться, на следующий рейд вы увидите гору отмазок в чате или ой, не, блять, ой, я помню, как в прошлый раз было и так далее. Может, это не надо затягивать, уже стоит закончить? Надо. Надо общий ТС сделать, чтобы говорить могли только 5 человек, к примеру. Все. Короче, тут нам ничего не светит сейчас вот в министре, да? Вот. Нам бы собраться хотя бы сначала вместе с корсарами и нашими, а то у нас по всей карте, а потом уже и решать, светит, не светит. Сначала престижи корсаров разобрали, потом котов, а потом мы им подлетели на глайдерах. Конечно, нам ничего не светит, если мы по всей карте по одному. Вы там спешитесь, давайте соберемся где-нибудь, я не знаю, и пойдем. А сбор на метке. Просто нахуй нам отношения с другими гильдиями, если мы знаем, что это гильдии просто, ну, блять, зерк вообще без мозгов. Да блин, ну в смысле без мозгов, такая же отношения нужны, такие же. Ребят, вам Prestige Gaming сейчас доказал, что 50 человек с мозгами, им похуй до 200 человек без мозгов. Нет, ну, ты что хочешь сказать, что 200 человек сейчас было на одной точке? Так я говорю о том, что организация под одним гильдмастером гораздо больше имеет эффекта, чем просто вот такое перечативание двух разных гильдий.
свою надо укреплять и не думать, как там корсаром, где подпосрать, там кого запыкашить и так далее. С кем союз, с кем не союз. Нам в торговле никто не мешал. От того, что мы там за один рейд на 20 монеток меньше заработали, да и хуй на них. Да-да, мы выправим. Ну вон они сейчас мимо, ну и все скачут. Где я стою. Давайте последний раз соберемся. Здесь причем не только они, вон гильдия Натас тут стоит полностью. Человек 20. Не, я говорю о том, что мы все поодиночке отдались, по сути. Сейчас как стоит у звезды, ну еще человек 10, и вот этот толпа там побежал на престижи. Все. Только что видел почти всех котов под Ризидельфом по карте. Престиж. А вон и престиж справа. Они в районе замка были, спускаются сейчас. Они развернулись, сейчас к нам идут. Винер вообще отвечает, и где мы? Да Винер уже слился, нахуй его, короче. В общем, мы тупим еще плюс ко всему. По словам Виннера. Короче, их на ну и под Резидельфом дают. Так. Блять, надо дождаться тех, кто с другой стороны. Да тут все по материку рассосались, и, блять, ждать их теперь полтора часа. Ну, а так сейчас мы все точно ляжем. Там не дошло 3 человека, какой смысл? Ну, как скажете. Один в одной стороне, 6 человек в другой стороне. А кто виноват, что кидает на разные респы? Да надо как-то или в пачке собираться по 5 человек, или еще как-то, я не знаю. Как-то. Генералов у нас куча, ничего. Ну, ну там да, же престиж. Я могут ебать. Организация-то все там. Престиж, престиж сзади, брат. Где сзади? Со стороны моста? Вот, в бою. Со стороны домов, блин. Давайте 10 файт, 10. Давайте там, погнали, 15, пока их 10, мало. 10, ух, ёбаный урод. Ну, вот они просто нас тянули. Их хоть человек 50. Ну, 40. Ой, будет больше. Короче, нахуй корсаров, котов и всю эту ебалу, блядь. Все, давайте распулимся. Тут нихуя мы не сойдемся сейчас с этими корсарами.